Расскажите нашим зрителям, зачем вы это делаете? Для удовольствия. Отлично. We see how Russian people who look after their health, they train their immune system. Расскажите, зачем вы это делаете? Расскажите нашим зрителям. Закаляемся, закаляемся, чтобы быть здоровыми. Спасибо. Пожалуйста. Расскажите, зачем вы это делаете? Скажите, пожалуйста. Нашим... Для души, для настроения. А что такое душа? В чем смысл жизни? Можете ответить? В радости для себя. В радости для себя, да? Да. Спасибо. Мы, чтобы улыбаться, просыпаться и хотеть жить. Спасибо, спасибо. Сегодня 10 марта 2013 года, а во второй половине дня состоится семинар Рыбникова. Сейчас начинаем прекрасное солнечное утро с пробежки на Гальяновский пруд. Здесь состоится моржевание. Да, и сегодня еще хорошая новость. 2 месяца спустя пришла посылка из Франции, которая должна была быть спустя 2 недели, но, увы. Боня! Алло, Юрий Степанович? Да. Как вы смотрите на то, чтобы после лекции в баньку сходить? Да-да, на дровах. Свозит нас. Да, тапочки возьмите. Полотенчик. Все, добро. Мы моржеваться бежим. Добро, до связи. Ага, в 15. Хорошо.
хорошо. Будешь купаться? Да. Замерзнешь, что стало. Смотри, кирпичка. А как они откопали? А откуда ледышки эти? Куда? Куда? Окей. Здесь привязывай. Катюня, а как же это лозунг о здоровом образе жизни? Давайте, опускайся. Она безумно пахнет серым огородом. Ты проплывешь, нет? Ножками еще поболтать надо. Не, лучше второй раз. Не, не надо второй раз. Поделитесь впечатлениями. Отличное ощущение, все перемерзает. А сейчас на солнышке вообще балдеж. На солнце, на солнце. Какие мысли? Мысли никакие, блаженства. Просто охота. Тапки одень. Ты даже тапки не достала? Да. Что, дерево? Дерево прогретое на солнышке. Как вовремя лед убрали, я думала, я его резать буду. Ну, поведайте, о чем поток сознания? Не, это... Почему очень классно моржевать? Потому что очищает мысли, когда только входишь. Может, я не совсем опытная моржиха. Когда входишь в воду, тебя просто так парализует на мгновение секунды. И мысли улетают, очищаешься, и становится очень хорошо. Спокойно, потому что бесконечный поток информации, он засоряет человека, а вода все вытягивает, очищает и становится спокойно, хорошо, как вот второе рождение, крещение. Вот. Отличное ощущение, просто великолепно, что это рядом с домом. Сегодня, как я предполагаю, завтра первый день масленицы, да, с 11 числа. Но весна уже наступила. Весна, вот теперь. Стоп. Стоп, снят. It's a Russian tradition during the winter to swim in the hole. The water is pretty smelly and it's a gorgeous weather. It's spectacular. It's 10th of March
and the spring officially will come next Sunday. So I'm just going in. And it's my second time and it's much, much easier. Все. Обжигает. А ты какой? Давайте с той стороны сюда. Ну что? Отлично. Blood circulation is activated. The new day had started. Русская забава, купание в прорубе. Ну, похоже, что более опытный, чем я. Расскажите нашим зрителям, зачем вы это делаете? Для удовольствия. Отлично. Катюш, переведи, пожалуйста. He's just making it for joy and for pleasure. It's a great pleasure. You won't believe that, but it is. C'est un grand plaisir de nager comme ça dans le Var, même si aujourd'hui c'est déjà 10 mars. Mais vous avez vu que un homme Специально для мобильного репортера и телеканала Вести. Специально для мобильного репортера и телеканала Вести. Не, only for English. Oh, in English. It's specially for mobile reporter and TV channel Вести. Да, мы видим, как русские люди, которые следят за своим здоровьем, тренируют иммунную систему. We see how Russian people who look after their health, they train their immune system. Расскажите, зачем вы это делаете? Расскажите нашим зрителям. Закаляемся, закаляемся, чтобы быть здоровыми. Спасибо. Пожалуйста. Мы видим, не иссякает поток людей. We see her. There's a huge queue to make that because it's Sunday. It's great for health. Скажи, it's a great pleasure. Скажи, это не постановочная фотография, то есть не It's not theater. It's not been made. They're not actors. They're just random people that we met here because I came here today to do the same thing. It's for fun and for health. Расскажите, зачем вы это делаете? Скажите, пожалуйста. Для души, для настроения. А что такое душа? В чем смысл жизни? Можете ответить? В радости для себя. В радости для себя, да? Да. Спасибо. Мы, чтобы улыбаться, просыпаться и хотеть жить. Спасибо. Спасибо. So he's making that for the soul, for his soul and for joy and happiness. And the point of life is in joy or yourself. So that gives you a lot of joy and pleasure. Why not to do that? But please be careful. That is exclusively for Russian people. Otherwise, you need to be trained. Стоп, снято. Так хорошо. Гальянова, клуб Маржей, скажи, какое сегодня число? На русском? Сегодня 10 марта 2013 года. Гальянова, клуб Маржей. Температура воздуха минус 6. Температура воздуха минус 6. А воды, наверное, плюс 2, да? Ну, где-то так, да. So today is 10th of March 2013. That is a club of winter swimming
and the temperature of the air is minus 6 Celsius, and the water is always under our eyes, it's plus 2, plus 4. So. Вот мы видим, что люди после купания отжимаются, занимаются спортом. So we see how these people after swimming, they doing some exercises. And it's really not something they do for torture or just because they must or they have to. И чем больше государственных деятелей будет вот так вот вместе с народом публично купаться, тем здоровее будет наша страна. And the more government people, people of the power, will join us, just regular people, and do that with us, the country will be healthier and stop that. Спасибо. Видишь, люди уже фотографируют на видео, потому что действительно. So people are already making photos and videos because. Скажи, общество, оно копирует поведение мнимых социальных авторитетов. Когда по телевизору, по центральным каналам будет видно, что первые люди государства занимаются спортом, купанием, моржеванием, банями, прогулками на свежем воздухе, тем люди будут это повторять и стремиться приобщиться к здоровому образу жизни. And so their society is copying the authorities, maybe not true authorities, but whom we see every day on central TV channels, and the more they will do sport, exercise, the more people will just try to copy them and to follow their example, so the country will be healthier overall. Спасибо большое. Ну, переодевайся. Это на солнце нагрелось. Нет, то когда мороз сильный, то пар идет от воды. Вот тогда на горячее. Да, сегодня да. Пар не идет. Я как-то даже это, положил кладки мокрые. Ну да, я от тебя идет пар. И вообще как парил. Сам дорогие друзья, не так много времени требуется, чтобы найти какое-то озеро, или вот даже для жителей Щелковского, Галеновского района, чтобы просто выйти, добежать, доползти до проруби, окунуться пару раз, взять с собой полотенце, тапочки. Это невероятные ощущения. И это огромнейшее инвестирование в ваше здоровье. Это минус 50 походов в аптеку гарантированно. Поэтому, друзья, занимайтесь, это прекрасно. So we don't need so much time just to get out, go and swim. But it's a great investment to our health. It's approximately 50 trips to the pharmacy, and it's, I'm not talking about fillings, it's just if I got a great massage with mental oil in
sports bar. So just do it. Spectacular. Global wave. Стоп, снято. Ботиночках. Ага. Вот. Собачья жизнь. Побежали. Боня, погнали. Спорт надо заниматься. Боня уже отлынивает. Отлынивает. Давай. Побежали, побежали. Как вы можете прокомментировать вот дымящиеся трубы, выбрасывающие теплоноситель? Это красиво, но это примитивно. И Боня, видно, уже пора переходить на другие технологии. Это в каком году построен? В сталинские годы? Чуть нет, позже? Это не важно, но смысл-то цивилизации остался — добывать ресурс, ну да, исчерпаемый, ну да, сжигать, выбрасывать в атмосферу. И это непростительно, когда уже существуют другие технологии. Да, все, бежим дальше. А на солнышке вообще балдежно. Как собаки знакомятся? Опа! Тихо, тихо. Все, побежали. Даже Бонифаций зовут? Ну, как бы да, наверное. Мне его всегда хочется назвать Бенедиктом. Сначала он был Бений. Бений. Он был у Димы Фомичева, и он звался Бений. Вот, это интуитивный Бенедикт. Это, наверное, это от Папы Римского, потому что они Бенедикты. Хозяева очень любят наделять своих животных какими-то сверхъестественными способностями. О, да. Это вроде того, как родители реализоваться дети? Ничего? Хочется просто погулять, пацаны. Лошадь. Пони. Это пони. Для тех, кто не видел лошадь, это мини-лошадь. Это, как мы видели, собачку, это же не... Это либо маленькая, не, которая уже еще не выросла. Вот. Либо вот эти, которых выводят, они даже деток не, может, не могут иметь. Вот. Мини-собачки. Пошли ты домой. Так показаться хочешь? Ну вот под скрип качелей, расскажи, в чем заключается сила страны? В здоровом поколении? В чем? Ну, сила страны, конечно, в будущем поколении. Это потенциал. И это какая-то неизбежность. Это вот то, что наступит. То, какое поколение растет, это и сила, и слабость. А еще это то,
что страна может вложить в эти поколения. Потому что никогда не поздно. Ну, спасибо.